на канал Дубай. И сегодня у нас зима в Дубае, январь месяц. Мы с вами на открытом фестивале Fashion Handmade одежды и здесь разные развлечения. Называется OTP Market. Он находится в даунтауне. Мы с вами недалеко от Бурдж-Халифы. Как вы можете видеть, всего 5 минут от Дубай Молла. И постоянно, как я говорила уже ранее, проходит очень много событий, и мы на одном из них. Сегодня здесь собрались молодые дизайнеры арабского мира и не только. Также можно попробовать healthy food, да, здоровую еду. Здесь готовят блинчики, здесь куча развлечений для детей, карусельки, всякие прыгалки. На сцене играет живая музыка, так что пойдем смотреть, здесь куча всего интересного. Про детские паровозики снимать. Я вообще тоже не против покататься на всех этих аттракционах, но, к сожалению, они только для детей. Наблюдаем парня, который портит кадиллак. Он его разукрасил, но только наполовину. В общем-то, так-то не дешевое удовольствие. А еще на таких маркетах всегда можно найти интересные сувениры. Такие, с таких кейсов нигде не найдете. Моля, а здесь вот, видите, молодые. Ага, она объясняет, что он не царапается, не бьется, ничего с ним не случается. Вообще прикольные штуки для дома. Понятно, можно даже посидеть. What do you mean activities? It's like a... Oh, okay. Yeah, singing? No? Or like doing like the pre, you know, for me taking to Russia. Еще один испорченный кадиллак на этом мероприятии. Ребята, денег на организацию не жалеют, не жалеют. Свежая красочка. Свежая. Смотри. Тоже так хочу уметь. Это офигенно.
к сожалению, подошел день к концу. Мы с вами побывали на чудесном мероприятии «OTB Market». Он приурочен к 20-й годовщине шопинг-фестиваля в Дубае. Как всегда, много интересного, много новых знакомств, много продавалось одежды, развлечений для детей, и можно даже покушать было много чего. На самом деле, прилетайте в Дубай, здесь всегда что-то происходит, каждую неделю, практически каждый день. Вы всегда здесь повеселитесь и найдете много интересного. Например, это мероприятие более семейного характера. Здесь все приходят с детьми, отдыхают, развлекаются, даже просто играют. Поэтому приезжайте в Дубай. Welcome! С вами была Кристина, канал In Dubai. Пока-пока! All night to get lucky. We're up all night till the sun.